Так, друзья, работа высохла. Сначала чуть-чуть начеркаю рисуночек. На середину холста попадает домик дальний. И его не крыша, там дальний какой-то кусок, полуостров такой белый. Вот так вот. Примерно домичек. Примерно. Так. Вместе создают воронку. Только этот более глубокий уход. Этот чуть ниже этого угла. Это вот красиво, когда есть каскад. Когда они не встык, а... Главное, чтобы не встык. Так. Тут у нас муречка, тут у нас зелень, зелень, зелень. В середине имеет отношение вот это место и колонны и окно. Окно. Так, хорошо. А, немножко обозначу вот это добро цветущее. Относительно неба, которое у нас вполне нарядное. Это у меня небесно-голубая. Пишу на тройнике.
ультрамарин в компанию к этому цвету голубоватому, немного ультрамариновых оттенков вместе красиво будут мигать. Тонально близко и вот так вот мигательно голубоватые и синеватые оттенки. К линии горизонта посветлее и порозовее. Уже в имеющийся слой белил с охрой, чистые белила, и появляется некоторая сиятельность. То есть, если бы чистые белила, то не было бы, вот эта желтота не создавала бы сияния. Имейте в виду. Все, видите, достаточно технологично происходит. Последовательность выполнения задач. Вот здесь плоскость лежачая, потом вертикальная. Вот ровно по этой же траектории я и клал. Теперь вертикальная. Зелень так освещена, что золото охры прямо сквозь нее пробивается. Изумрудная.
расти какие-нибудь беленькие. Тенечка, чуть-чуть от них тенечка. Добавлю густоты. Слив. И вот у нас рисунок и появляется, и исчезает, и лепко, приблизительно и нарядно. Прошу любить и жаловать.